Пришел наш красавчик в 9 утра. Сейчас уже 3. Спит, короче. Уже я не могу. Накормил его, спит, полдня уже спит. Забрался на диван, я ему разрешил, пусть спит. Ризик-пызик. Так переживал. Последний раз на Красноармейском мы с ним шли, он внезапно пропал. Уж мысли такие, думаю, вдруг под машину попал. Потому что он всегда до моря доходил со мной. Я понимаю, если он там где-нибудь у Спартака бы отстал бы. Там подружка его обитает. Четыре ночи выходил. Нету рыжика, нету еще. Рыжик, ты спишь? Ну да, конечно, спит. Что я говорю? Знаете, пришел на подушку свою туда лег и сразу, прям сразу отрубился, короче. Я потом его покормил, когда он проснулся. Надо же так. Бедно устал, что даже он со мной не стал это. Я пока дверь впустил, закрыл. Он обычно прыгает на меня, радуется. А это прям упал и спит. А что жижи, бляха-муха, а что жижи, кузыря твой? Спи давай. На улице дождь идет, короче, у нас в Ялте. Сегодня 28-е у нас города. На улице дождь.